обязана контролироваться. Слушай, вот сельскохозяйка, я вот... Ты посмотри, какая это. Он что-то прям это, причем твой завел, а эти теперь приучатся. Ты козел? Ты видал? Ты видал, какой ты козел? Ну, зараза. Причем остановился он там, где надо. А потом пошел вперед. Ну, потому что он выпал с лапами передними. Причем он лежит вот прям... Это клетка. Он говорит, что какая-то у меня клетка чистая. Я говорю, Света, я говорю, потому что это клетка не с твоей собакой. Это не только у тебя такая. А что хозяйка? Что, я для раскипа чуть гулять не увела? Уберите! Я выхожу разминаться, достаю собачку, потом смотрю, думаю, что-то как-то... Куда пополз? Да нет, сегодня он уже что-то лежит, вроде бы хотел работать. Иногда он вообще помирает. Сегодня вроде бы живой. Сегодня он был живой. О, теперь я слышу, что Марина говорит, упражнение начинается, и могу вовремя нажать на кнопочку. Отсюда слышишь? Ну да. То ли дождь стал поменьше шуметь, по-моему, да. Да. Стало как-то слышнее, что там происходит. Что-то перекормила, она мне звонит, что делать, я говорю, никаких таблеток не давать. Она чаю с сахаром обобрала. Слушай, я даже не помню, там, по-моему, собаки 4 даже. Вот я видела, что собаки 4, я видела, что помпуша. Ну там... А, ну нитродафна, по-моему. Я ему, конечно, не даю это, но... И кто еще, не помню. Ну вот хотя бы на нитре посмотрю, этот норматив как выглядит. Слушай, вы будете выкупать? Уж не помню, линейку в интернет есть. Нитры точно есть. Что? На... Ой, он не понял, что это левый поворот. Этот самый, может, Краснопевцеву? Нет, Краснопевцеву на джинс собирался. А. Ну, собственно, они сейчас только с послушки везут, с ПСС вернут. И один тоже приятно. Ой, нет, они вчера были на Аджи. Вчера были на Аджи. Слушай, а кто ж там? Когда он? Кто у нас еще есть? Нет, ну, именно вы. Вот сегодня. А, только сегодня. Сегодня. Больше никого и нет. Мне почему-то показалось, что там не три собаки, а четыре. Четыре собаки там совершенно точно. Ну, значит, сейчас будет, конечно, перерыв. Нам надо залезть все-таки в телефон. Да, да. Наши идиоты даже не знали. Через три года они написали НКП, они тоже знают. Не надо мне уже это. Мы уже закрыли все шоу. Смотрите вы на стюардов. Господи. Восьмерка. Никто не заметил, да? С траекториями, блин, как-то все странно. Как ты идешь на точку, понимаешь, что ты шел прямо, а точка почему-то не скосила. А, ну как разметили. Ну, блин, я косая. Если будет, получше. Если не будет, не получше. Поймала. Лови. Прыгнула, умничка. А, два черных терьера. Двойки. Пойду сейчас покажу, где там мужик что-то раскидывает. И что он даже раскидывает? Я не знаю, он только откладывал, я уже не понимаю. Он что-то раскидывает. 8,5. За что на эмболы режут? Нет. Да. Ну, да. А. Дальше да. Здесь почему-то нет. Ну, уже нюхал, уже баллы слетели. Ай, конечно, прощелкал первую команду. Повторяй быстрее, господи. Плохо. Мы же явно простим. А где остальные позиции? Так она молчала. Он прощел? Ой, Ирка-то рука и почта залепила. Не, они не занимаются ИПО. Не, видишь, у него и посадки не фронтальные. Жалом извертелся весь. И боберщик, смотри. Методы, да, Варя? Они ИПОшники, конечно. Конечно. Понятия жизни разные. Там после этого... Ой. Опа, ну у них нет барьера.